У южноказахстанских предпринимателей большие перспективы роста, ведь для них открыт весь мировой рынок, считают представители Национального агентства по экспорту и инвестициям «Казнекс Инвест». Нужно лишь выработать правильную стратегию, и заняться этим они предлагают вместе. Все действия лягут в основу национальной экспортной стратегии. Специальные структуры, помогающие национальным экспортерам, существуют в Беларуси и России, и их можно взять в качестве примера. Такую же сеть зарубежных представительств мы планируем предложить казахстанским властям, чтобы они создали такую сеть, по крайней мере, в ряде стран, с которыми у нас есть хорошие уже торговые отношения. Это в первую очередь Россия, Беларусь, Украина, Китай и в Европе. Для чего нужны, кстати, я уже сказал, то есть это те люди, которые могут помочь разобраться в законодательстве, помочь разобраться, решить какие-то узкие проблемы, решить проблемы по нетарифным барьером. Еще одна проблема, с которой сталкиваются казахстанские экспортеры – ограниченность средств при отправке продукции за границу, что всегда затратно. Решить эту проблему «Казнекс Инвест» предлагает, организовав сеть финансовых институтов, банков и других предприятий, которые помогут бизнесменам с кредитами. Уже сейчас агентство может предложить ряд услуг. Первое, что это аналитическая поддержка. И сейчас повторю то, что сегодня делается. Определение экспортных ниш. Мы ежегодно проводим исследования, они все на нашем сайте доступны. Развитие экспорта. Сейчас как раз буквально недавно в Алмате, Астане мы провели семинары, бесплатный тренинг-семинар для экспортеров, приглашая эксперта из России. Продвижение экспорта. Национальная экспортная стратегия поможет развитию несырьевого сектора экономики республики и продвижению казахстанских товаров на мировой рынок. Данияр Худайбергенов, Антон Семенов, Ербол Макашев, информационная служба телекомпании «Отрар».